Тетяна Артем'єва, завідуюча сімейної амбулаторії номер 5 Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2, завітала до нашої студії. Доброго ранку. От ми переглядали з вами опитування, і у вас такі коментарі були. Ого, да, коли чоловік сказав, що раз на півроку треба робити ОЛЬ. То давайте в цьому розбиратися, тому що система змінюється. От я, як звичайна пересічна людина, хочу бути здоровою, безумовно, але звертаюся до лікарів, якщо є якісь симптоми. Да, вибачте, вже якщо деякі кажуть такий жарт, що як кров побач, тоді йду до лікарів. От як бути з цим? Що, от раз на півроку ходити по списку до кожного лікаря чи ні? От давайте розберемося в цьому. Давайте. Смотрите, сейчас, согласно нашей реформе, мы оформляем декларации между пациентами и врачами. То есть мы идем уже один на один, пациент и врач. Это не зависит от места работы, это не зависит от места жительства, места прописки. Это совершенно независимые вещи. Просто пациент выбирает себе врача согласно своих каких-то убеждений, опыта уже общения с этим врачом и так далее, и так далее. И доктор заключает декларацию, декларация отдается один экземпляр пациента, один экземпляр сохраняется в учреждении. Как уже ранее говорилось, копии паспортов, документов уже ничего не нужно оставлять, просто на момент декларации иметь их с собой для заполнения в системе. Что с собой также заключается вот в декларации? Это первичный осмотр врача именно на первичном уровне. Это семейная амбулатория, центры первичной медико-санитарной помощи. Туда входит знакомство, это осмотр. То есть врач знакомится с пациентом, узнает его семейный анамнез, то есть были какие-то заболевания в семье, да, чтобы в дальнейшем себе делать какие-то прогнозы. Что у человека в дальнейшем может развиться и как ему стоит построить свою работу прогноз, с пацієнтом. І що далі? От я звернулася до свого сімейного лікаря. І це ж терапевти, да, от переважно. І от що, ми поспілкувалися, і я таке кажу, що я б хотіла там до хірурга піти перевіритися, або якийсь скринінг зробити, от як в цьому випадку. Тобто ми не можемо оминути терапевта і просто так піти, щоб нас оглянули інші лікарі, правильно? Зараз все відбувається тільки через терапевта, сімейного врача, тільки через первичний рівень. Так. І врач-терапевт рішає, є необхідність идти к узкому специалисту, к хирургу или нет. Потому что все равно, как бы там ни было, большая часть работы, вот именно дифференциальный диагноз и так далее, и так далее. То есть это все-таки остается на первичном уровне. И если врач уже первичного уровня не справляется, и он видит необходимость в консультации узкого специалиста, он даст направление, и человек после дообследования, которое необходимо для узкого специалиста, уже обратится к нему. Вот мы деякі запитання від глядачів позбирали, я думаю, що було б непогано на них відповісти. І от переважна кількість із них, що люди бояться захворювань там раку, наприклад, да? От, виявляють їх не на ранніх стадіях, а на пізних. От вони хвилюються, які аналізи варто здавати, що робити, які поради ви надасте з цього приводу? Онкопатология, конечно, у нас эти вопросы стоят достаточно остро, действительно, распространенность достаточно широкая, и это правда. На последних стадиях, то есть на ранней стадии, редко когда получается выявить. Почему так происходит? Потому что у нас люди не хотят проходить, вот как говорят, профосмотры, самообследование. А они вот я боятся вас перебью. Этого. До речи, профосмотры. Уляна Супрун, законопроект, что завірила, що держслужбовці не будуть проходити щорічний медичний профілактичний огляд. Сейчас переходит вся система на не то, где человек работает, а просто то, что это отдельный человек, он является пациентом, и он самостоятельно обращается к врачу. Не зависит от того, Нет, совершенно не зависит, то есть это его личный выбор. Так, я зрозуміла. Добре, яким категоріям громадян ви в першу чергу порадили б звертатися огляд у лікаря, от пройти? Якщо ми вже познайомилися, і я хочу ще раз до терапевта. Ну, от є такі люди, давайте зізнаємося, які полюбляють себе, знаєте, оглядати для того, щоб, ну, не дай Боже, там нічого не було. От як бути? Смотрите,
МОЗ Украины составил определенные приказы, определенные постановы, согласно которым мы все-таки проводим свою деятельность. В том числе есть 504 приказ, который гласит о необходимости профосмотров для разных категорий населения, для при разных заболеваниях и так далее. Например, вот мы касаемся вопроса онкологии, правильно? Да, среди женского пола максимально распространен это рак молочной железы. Как мы можем это профилактировать? Во-первых, это просто информация, это просветительная деятельность среди населения о том, как женщины могут заниматься самообследованием. То есть мы изначально им показываем, рассказываем непосредственно на приеме. В дальнейшем мы им объясняем, что раз в год необходимо проходить осмотр у гинеколога всем женщинам старше 50 лет без факторов риска. І тут я знову вас перебуваю. Ось настав тот момент, коли я маю відвідати гінеколога. Я спочатку до терапевта маю прийти і сказати, що ось настав тот день X, що я маю пройти цього лікаря. І потім він мені дає направлення. Правильно я розумію? Это входит в перечень, который является обязательным. Я зрозуміла. То есть тут вопрос не в том, что хотите, надо, не надо, тут це вы же треба. Идете. Вы уже треба. Идете. Я зрозуміла. Так. То есть здесь такой принцип работает. Необходимо обследование гинеколога, то есть осмотр желез. Да? То есть после 50 лет у женщин, например, у которых были ранее так называемые факторы риска, то есть это роды после 30 лет, или какие-то травмы, или воспалительные заболевания, то есть так называемые факторы риска. Ну, это вам уже доктор непосредственно один на один ведомо, ситуации с врачом, с пациентом расскажет. Тогда необходимо уже делать дополнительные обследования. Это УЗИ молочных желез, это маммография, и это является обязательным. Это не пожелание, это является обязательным просто для того, чтобы на ранних стадиях можно было выявить заболевание и не допускать какого-то тяжелого уже последствия для женщины, потому что это будет тяжело не только ей, но и ее окружению, семье и так далее. То есть тут вопрос уже более социальный. Вот есть у нас люди, глядачі, які не підписали декларацію і навіть не збираються. Ну, от вони ж це нічого страшного в цьому вважають немає, це просто будуть за свої кошти лікуватися. Як бути таким людям? От вони запитують, з якого лікаря почати? От якщо у них не буде свого сімейного терапевта, з яким вони можуть познайомитися, до кого їм іти для того, щоб проходити такі огляди? То вони самі, ну, відповідають самі за себе в такому випадку, да? Так, так, да. Потому что при подписании декларации, то есть это такой себе договор о том, что врач проявляет интерес к здоровью пациента, он будет следить за его здоровьем, будет смотреть о том, что необходимо скорректировать, может это образ жизни, может какие-то вредные привычки поможет ему с этим разобраться. Не заключая декларацию, пациент всю эту ответственность несет самостоятельно. То есть он не берет себе врача как в помощник, их консультанта. Який буде направляти, тобою керувати, да? Конечно. Тобто, сам з себе. Ну, тут ми не можемо дати поради, з якого лікаря почати, правильно, напевно. Ну, теж терапевта, я так думаю. Я би все-таки рекомендувала йти і заключати декларацію. Тому що, як би там ні було, у врача знань в цій області побільше, він вам поможе, він підскаже, скоректує. Це не значить, що всіх будуть обов'язково там якими-то лікарствами або на мільйон обслідувань направляти. Врач буде давати тільки мінімальне, необхідне для пацієнта. Якщо буде требуватися щось более, конечно, это будет что-то более. Но никто не будет никого заставлять и так далее. Потому что это взаимовыгодные отношения по декларации. Врач старается для пациента, пациент при этом несет ответственность перед врачом, что он будет выполнять его рекомендации. Тобто, я так розумію, що це буде постійна якась, от ми не будемо, знаєте, так губитися від нашого лікаря, з яким ми підписали. Ми постійно будемо десь раз на місяць, я думаю, при якомусь спілкуванні. Правильно? Смотрите, в принципі, нету чіткого такого, что нужно обязательно раз в месяц. Ну, приблизно, я кажу так. Есть вариант по необходимости. Если действительно человек уже заболел, то он приходит на прием к доктору, доктор его принимает, и они обсуждают все интересующие вопросы. Если же нет, то, пожалуйста, можно с врачами уже связываться по телефону. В декларациях прописываются номера телефонов врачей, с которыми они подписываются. Конечно, потому что иногда не имеет смысла приходить на прием, если это нужно просто задать вопрос, который по телефону.
телефону. Это займет минуту-две, при этом и врачу это будет удобно, и пациенту это будет удобно. Это экономия времени каждого из них. Поэтому это все-таки оптимизация, и это удобно. Есть вопрос, позвонили, спросили, врач ответил, не ответил. Сказал, что по телефону такие вопросы не решаются, необходимо прийти на прием. И пациент приходит на прием, и они уже дальше решают эти вопросы. Тобто, ну, і відчек нас, да, якось так. Ну, я підрозумовуючи нашу розмову і по запитанням глядачів, що ніякі списки лікарів складати не потрібно. Да? З якого розпочинати, з яким завершувати, варто просто йти до свого сімейного лікаря-терапевта, а потім справа вже піде десь далі. Да? Куди вас направлять, туди і ви підете. Да. Ось в чому на сьогоднішній день в Україні заключається огляд у лікаря. Я вам дякую, що роз'яснили в цьому питанні, на такі прості відповіді на складні питання. Нагадаю, що в нашій ранковій студії була Тетяна Артем'єва, завідувача сімейної амбулаторії номер 5, центру первинно-медико-санітарної допомоги номер 2. Гарного вам дня, гарних вдячних пацієнтів.